I got everything I need. I got money, I got money. I got everything. Что-то тут какая-то грязная. Everything I need. Come and see. Чё, и заниженная? Опять начинает. Are you ready for it? Надо занижение это убрать, занижение машины занижены, надо убрать занижение. Ну вот, говорю, давай занижение уберем. Идем. Опять начинает. Каждый приора должна быть планированный. Планированный и заниженный. Заниженный, вот. Заниженный априора. Ну, нормально. Априора. Ле. А теперь рубрика в мире животных. Кошка, привет. Муся. 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 Продолжение рубрики в мире животных. Теги. Теги. Теги, теги, теги. Это большие теги. Вот это вот маленькие. Маленькие теги. Эх, лук, лучок. Там песня такая была, да? Мама, опять ты начинаешь. Опять начинаешь. Ужас. А! Ну что? Углику надо будет скосить. В смысле? Скосить. В смысле скосить? Все, вот мы ее обобрали всю. Ее нужно скосить и ставить туда полить, и потом удобрять. Мам, ты мне влог портишь, мам. Все. У меня рубрика в мире животных, а не в мире огорода. Все, ну не мешай. Куры. Вообще влог про приору хотел снимать, как я буду мыть, чистить. А вот это вот любимая курица, чернушка. Это крупные теги. Не знаю, почему тегами кто назвал вообще. Это гуси. Там есть один вот сзади стоит, вот, вот пальцем сейчас ткну. Вот это вот сволочь. Он орет постоянно, он мне сейчас по-любому дубль запоганит. Да, Васька? Не орёт. Ну вот. Это коза. Верба. Привет, верблюда. Чега. О, фу. Я её носик погладил. Верба. Верба. Ушастая такая. Козюлина. Ты что здесь сидишь? Мама, а что это фигня красная? Маки вообще. О, это маки. Что бы я без мамы делал, а? Дожили, короче, не дают мне машину помыть. Значит, продолжим румтуром и в мире животных. Слышь, засых. Это засых. А знаете, почему засых? Потому что эта тварь постоянно ссыт. Ссыт в ботинки, в кроссовки, в тапки. Да, засых. Вот, ой, опять начинает, пальцы мне грызть начинает. Кто мне пальцы грызть начинает? Облизывает. Стыдно, да? Стыдно, что пристыдили? Засых. Засых, опять начинает, начинает. Ладно, хороший кот, хороший. Блин, палец отдай, блин. Что сожрать? Попью я лучше компот. У кого есть такой компот? Он с мятой. Вообще просто офигенский компот. Не, ну мама тоже вкусный сварила компот. Блин, наверное, нельзя вставлять этот отрезок. Продолжу обзором своего рабочего места.
мы, короче, сейчас ищем, кто у нас яйца тырит. Вот, запись регистратора, на ночь кинули регистратор. И там ничего не видно, к сожалению. Надо хотя бы звук найти, может быть, найдем во сколько. Ищем того, кто свистнул яйца. Здесь высветлил картинку, и здесь видно, где-то там, вот, за рукой было видно, вот тут вот яйца, что они есть, вот, вот они. Два яйца мы положили, чтобы, так сказать, на живца. И эта запись была в 11 где-то, да? Вот это следующий участок. Я уже пытался искусно высветлить. Игрались по-разному с настройками контраста и яркости. Уже здесь, короче, нету нифига. Вот это 209. О, 209. Все-таки я вернулся. Да. Окна кто-то открыл и воняет на весь двор. Вонючкой своей автомобильной. Так вот, я добрался до Приворы. Сколько там время? Не знаю, видно, нет, 12.11. Ой, ё-моё, жарище-то как... Ой, ёпта, как в бане прям. Так, опять начинается музыка сейчас. Передача, зажигание. Завелось. Значит... Чтобы помыть машину, маска, кстати, от коронавируса, всем рекомендую. Оп, начинаем. А, он меня не видит, ну-ка посмотри на меня. Начинает, начинает. Ох, как тут жарко-то, ёпта. Рм-та-та-та-та-та-та-та-та. Не дали мне машину помыть. Я уже и завел все, и не дали. Птица! Птица! Я тебе покушать принес! Покушать, братишка! Блин. Неудобно снимать, извините. Оба! Хавай, птица. Птица, какой птица. Гордый птица. Гусь, птица гордый. А ты тоже гордый, но не птица. Прости. Чего я там говорю, что я это начну мыть? Я состриг пол дерева. Братское дело. Ну сейчас то точно ветки уберу, буду машину мыть. Все, надоело. Тебе я даже еще по сути не успел убрать косилку. О, косилка. Господи, храни кондиционер, а. Рука трясется. Are you ready for it? Пеногенератор. Пеним и генератим.
О, надо замедленно съемку сделать. Поехали. Камера в камере. Ауф, какая получается она. Ауф, какая получается она, а? Обожаю, когда машина в пене, потому что она просто со всех сторон. Ауф, какая. Сейчас чуть она отмокает, короче. И все. Ее заливаю водой. Просто пушка-гонка. И можно будет ехать в лес. Надеюсь, что папа пошутил. Он мне, короче, такой подходит. Сейчас машину помоешь, не загоняй, в лес поедем. Я такой, че? А раньше никак об этом. Сейчас я еще окошко, окошки ей помою. Вот таким вот очистителем мою. И вообще будет шик-блеск. Еще бы, конечно, в салоне убраться, пропылесосить. Но не знаю, навряд ли мне на это силы хватит. Ну, короче, скупнул я свой пепелац. Жара на улице, ужас, меня вообще льется просто градом, вот. Конечно, не скажу, что она сверхчистая стала, но нормально, создал эффект видимости, то, что у меня машина, кто-то за ней ухаживает. Стекла там чуть-чуть потер, все равно все в разводах, но это я как обычно. Вот, сейчас прокатимся, короче, до магаза, хочу взбитые сливки, забью сливки и буду хавать. Вот, в магаз доехать надо, хлеб купить там, по мелочи. Не было того, чего я хотел. Меня исключительно расстраивает, но хлеб был. Все, наваливаем узла, короче, и полетели. Два, время, два. Здесь есть вишня, здесь будет пирог. А вот тут устал. Капец, на улице жара. Нормально видно? Ты так делаешь. Ну да, а че? Капец, все, в душ. На самом главном, друг к дружке, смотри, прям носиками. А, в мире животных. Цыпа. Гули. Это, короче, перпела. Это курехи. Помладше. Это курехи постарше. Мир животных продолжается. Эта гусыня может быть показаться грустной, но она сидит на яйцах. Да, Тега? Тега. Голову так опустила, типа виноватая вся. Тега. А это курехи. Курехи. А папа ищет сипляток. Где сиплятки? А вот и сиплятки. Там вон за этой полбочки. Ну это вот как бы старшики местные, значит. Головари банды. Слышь, петух. А он и сиплятки. Цыпа. Опа. Попався. Как-нибудь рубрика в мире животных закончится. Но сейчас это Летик. Летик самый старый кот на дворе. Летик. Старый уличный. Грязный кот. Но тем не менее он очень хороший. Потому что он добрый. На сегодня все. Берегите себя, своих близких. До свидания.